известный венчурный инвестор и миллиардер Марк Кьюбан советует хранить 10% своих средств в криптовалюте. В небольшом видеоуроке на тему «Как разбогатеть» он посоветовал читателям американского журнала Vanity Fair инвестировать в цифровые активы. Кьюбан отметил, что особое внимание стоит обратить на самые ликвидные криптовалюты, включая биткоин и эфириум. Если вы настоящий авантюрист и жаждете поймать удачу за хвост, вам следует вложить 10% своих сбережений в биткоин и эфириум, делится советом Кьюбан. Отметим, что инвестор уже не в первый раз доказывает, что является сторонником долгосрочных инвестиций в криптовалюту.